привет, с вами Стар Киллер, и сегодня я играю в Mortal Kombat XL. И да, вы знаете, ты дебил, тебя YouTube кстати, забанил. Я буду все закрывать с геймпадом своим, чтобы никакой цензуры не было. Я имею в виду, цензуры я не имею в виду там. Вы поняли. Я имею в виду, чтобы не было крови там, всего другого, а вырезание чужого. Я вообще, а вы знаете, чужого я вообще не буду вам показывать. Вы должны это сами посмотреть. Я просто не хочу, чтобы про канал забанили. Я играю за чужого. Сейчас я сделаю один комбо, да? Только я буду... Только я там самое сильное такое, так сказать. Закрою вам. Ух, как мы его чужого убивают, офигеть. Так, сейчас будет комбо-удар. Приготовиться всем. Так, закрывай. Так, все, да. Я умею цензуру. Я умею быть сотрудником цензуры. Так. А сейчас давайте его размажем по... Нет, а... Предатор побеждает. Сейчас будет много цензуры, короче. Но я буду, конечно, закрывать. Чтобы, ну... Так, закрываю. Если что, вы это посмотрите в видео, ладно? Так, опять давайте. Блин, вы увидели укус, как чужой делать. Ну ладно. А вы, блин, увидели, ну ладно. Надеюсь, YouTube это не увидит. Ладно, да? Шо, хищник как какой-то? Я меня тоже так. Ладно, не получается у меня. Эй! Ты что? Хищник, ты что такое дерзкий? Да, кстати, кто не знает, я фанат чужих. Чужой побеждает. Ух, наверное, под финальный раунд много будет цензуры. Так, офигеть, Mortal Kombat! Ладно, один раз покажу, чтобы не посчитали меня дебилом, ладно. Но в следующий раз вам не буду показывать. Опа! Я хочу его размазать. Я хочу размазать его по той стенке, прямо маляром, так сказать, быть. Прямо как... Кстати, вы, наверное... Кстати, поставьте лайк, кто смотрел, как я там рисовал во втором сыне там кое-что. Я, кстати, почти игру прошел, наверное, завтра будет обзор полной версии. Ух, а что там? Предатор. Да, дебилья. Так. Просто много цензуры в этом видео, хотя Mortal Kombat связан с цензурой. Так, все, под конец. Все, закрыл, так. На этом я закончу видео, я был Стар Киллер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.